Посетители отделения дневного пребывания в центре Вера – люди преклонного возраста. Для них встреча здесь своего рода отдушина. Они окружены вниманием и заботой сотрудников. Мне очень здесь нравится, потому что коллектив дружный, все внимательные, относятся к здоровью. Каждое утро встречаем нас с улыбками. Организаторы досуга для своих подопечных разрабатывают и проводят разнообразные мероприятия, в которых все чаще участвуют на безвозмездной основе люди с большим опытом работы в той или иной сфере деятельности и желающие поделиться своими знаниями. Историки, экскурсоводы, это Попова Раиса Александровна, Илясова и Калинина Наталья Федоровна. Мы всегда их приветствуем. А на этот раз по приглашению центра перед посетителями выступила женская группа фольклорного коллектива ансамбля «Родничок» из совхоза имени Ленина. Они стали волонтерами нашими. Вот. Раз в месяц, вот в последнее время, раз в месяц они у нас бывают со своими песнями, со своими выступлениями. Наши посетители очень хорошо их принимают. Огонь и память павших зажигают. Фольклорный коллектив под руководством Елены Стрельниковой – дипломант многих всероссийских и районных конкурсов. Его артисты, постоянные участники праздничных мероприятий, с большим энтузиазмом включились в проект «Серебряное волонтерство». Мы бываем не только здесь, еще бываем в ПНИ, и там мы уже состоим в реестре волонтеров. Сама Елена – потомственная казачка. Своим делом считает возрождение песенных традиций российского народа и казачества. Своего руководителя поддерживают все участницы фольклорного коллектива. Вот просто вот она заходит, и мы не подпеваем. И вот это у нас все вот свободно, легко. Мы рады, что и вас радуем. В заключении концертной программы кто смог, пустился в пляс вместе с артистами. Другие же дружно подпевали. Хоровод и раздольные казачьи песни зарядили всех бодростью и хорошим настроением. Это и было основной задачей серебряных волонтеров. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».